Народ, вот сейчас есть минута, и спешу вам записать видео. Ответ на наиболее часто задаваемый вопрос ко мне в директ и в ходе прямых эфиров. Может ли преподаватель не пустить опоздавшего ребенка на урок? При этом под любым предлогом, что тот сорвал урок, тот недисциплинированный, разгильдяй и так далее и тому подобное. Имеет ли право? Ответ нет. Никакого права у преподавателя не пустить вашего ребенка на занятия, выгнать его с занятий нет. Он обязан в любом случае пустить его и обеспечить ему гарантированный учебный процесс. Статья 50 закона об образовании. Закон основной наш, Конституция, гарантирующий право на получение образования. Все подробности в Инстаграме, ребята. Если кто-то вдруг не понимает, если какие-то преподаватели злоупотребляют своими правами, мы закон с вами всегда в состоянии разъяснить. Переходите в Инстаграм, там все будут ссылки на соответствующие нормы.